Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Андрей, и в этом видео покажу вам, как сделать микрофон из спичечного коробка. Для этого нам нужен сам спичечный коробок, карандаши, батарейка, провода и какие-то старые наушники. Они нужны для того, чтобы услышать звук, который будет выдавать этот микрофон. Также можно использовать 3,5 мм кабель. С помощью него я подключу микрофон в камеру, чтобы вы услышали звук. Итак, для начала нужно опустошить весь спичечный коробок. Далее в нем нужно проделать 4 отверстия. 2 вот здесь и 2 вот здесь. Теперь нам нужно взять карандаш и вытащить из него грифель. На самом деле, вытащить грифель из карандаша немного сложно. Даже не пытайтесь сделать это ножиком, как я, у вас все равно ничего не получится. В итоге я решил сжечь карандаш, чтобы остался только грифель. По-моему, это единственный нормальный способ, чтобы извлечь грифель целым. В общем, он выглядит вот так вот. Грифель нам нужно разломать пополам и всунуть в дырочки в коробке спичек. Но прежде чем это делать, нужно немножко состружить верхний слой. Если не хотите, чтобы ваши руки загрязнились, то используйте перчатки. Вот все это у нас выглядит. Далее нам нужно еще небольшое количество грифеля, но уже поменьше. Его мы разместим перпендикулярно вот этим вот двум. Но его нужно немножко уменьшить и также заточить. Все, основное устройство микрофона у нас уже готово. Осталось только подключить питание и наушники. Питание мы будем подключать с помощью крокодильчиков. Сначала мы берем плюс батарейки и подсоединяем к нему один провод. Этот же плюс мы подсоединяем к нашим грифелям. Далее мы берем еще один провод и подсоединяем к минусу батарейки. Этот минус мы крепим вот сюда. На верхнюю область трехпинового штекера. Ну и также нужен еще один провод. Один конец мы крепим к низу штекера. А второй конец к оставшемуся грифелю. Все это выглядит вот так. Теперь наш микрофон полностью готов. Итак, чтобы протестировать эту систему, я все подключил к вот таким вот колонкам. И теперь смотрите внимательно, когда я бью по коробку... Слышите? Есть некий звук на колонках. Итак, микрофон от камеры я уже отключил, это видно потому, что звук стал лучше. Если в общем говорить, то результатом я доволен. Наверное, многие скажут, блин, качество звука вообще паршиво в каком-то микрофоне за 5 рублей. Но люди, это обычный спичечный коробок. Качество звука сильно зависит от положения вот этой вот перегородки. По такому же принципу работают хорошие микрофоны, но в качестве мембраны там не спичечный коробок. В общем, это видео получилось таким очень познавательным и информативным. Но и также в крайнем случае оно вам поможет. У меня был опыт, когда я говорил с другом по скайпу, и там качество звука было примерно же такое. У него был микрофон от очень-очень дешевой веб-камеры. Ну а сегодня я рекомендую подписаться на один довольно интересный канал. Познавательно-развлекательной тематики. На канале загружено более 200 видео на абсолютно разные темы. Видео выходит 2 раза в неделю, так что всегда будет что посмотреть. Здесь вы можете посмотреть много обзоров на необычную еду, просто крутых обзоров, проверки необычных мифов и много другого. Обязательно подписывайтесь на канал. Сделать это можно, перейдя по ссылке в описании или кликнув вот сюда. В общем, если вам понравилась такая идея, то поставьте этому видео лайк. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. Также подпишитесь на канал и по желанию можете написать какой-то комментарий. Всем пока!